Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Опять на проверке путика по таежному ручью. Там газопровод, там дальше тоже капканы идут. Это уже 9-й капкан. Все пусто в одном. Вот за одного только были следы горностая. Вон следы зайца везде и следы горностая. Куницы еще следов не попадалось. Ладно, посмотрим, что там. Капкан проверил. Пусто, он рыбку подвесил. Не знаю, не пойму. Куничьих следов нету. Ну что, взял я там на первых капканах в начале сезона одного куна хорошего. А следы были, что ушел, ушла куда-то. Где-то же есть куница. Вот стоит возле такой сосны. Приманка белка, видим, полбелки. Пусто что-то. Вот, очеп. Вон капкан, вот рыбу я кинул, пусто, короче. Все, ничего не пойму, почему не ходит. Куница. Ладно, посмотрим. Еще один капкан К2. Уже такая сосна хорошая. Фух, видим, что пусто. Приманка белка, сейчас приманку на рыбу поменяем. Что вот так вот. Вот так вот. Вот был на приманке. Почему-то вот капкан. О, вот смотрите. Заснеженные следы куницы. Что вот так вот подходило. Ладно. Вот. Пусто. Че все пусто, ничего не пойму. Куницы же было и много следов. По осени. Пусто. В прошлый раз здесь был пролов. Талеп. Ну, сейчас туда идти. Обратно считать, что. Рыбу добавил. Капкан на сучке. Не знаю, посмотрим. Попадет все, не попадет. Вообще, куничьих. Один в одном месте только. Старые куничьи следы видел, вот я вам показывал. Все. Зайчи есть. Горностаи и побольше следов. А куницы вот старые одни, не знаю. У меня два капкана на выходе на самом осталось. Это подальше оттуда. Не знаю, бог его знает. Сейчас буду по лепу немножко идти. Потом если увижу, скажу. Видел я, следы куницы нет. Не знаю, не пойму, куда она ушла. Зашел я к капкану, такое дерево. Короче, пусто. Шел я по лепу. А не, подождите. Тут заснежено было, вон какие-то следы, видите? Подходило. Ну тут за снегом капкан завалило. Там у меня еще крайний стоит. Проверим. Ну сколько шел вот только тут эти следы. О! Лэп переходил, там куропатки следы, зайца видел. Ну ладно. Сейчас приманку положим. Рябчик. Кишки. Кролика. Сейчас еще кролика положим, кишочки. И крайний будем проверять. Ну пусто. Че, с путика одного кота взял и все, что ли? Ладно. Вот крайний капкан. Видим, что пусто. Тоже кишки здесь на приманке. Капкан-то я уже сам сейчас. А вон тоже подходила куница. Видите, заснеженные сытки. Ребята, так, куница. Ладно. Сейчас приманку добавляю. Заряжаю. На этом все, друзья. Вообще не пойму, почему не идет. Морозы были, не попало. Вообще не могу понять. Ну дай бог попадет. Еще два путика проверить надо. По речке и... Ой.
Так что так вот. Посмотрим. Дай Бог что-нибудь попадется. Ладно, до свидания. Любви, здоровья. Пока.